Buenas tardes, мои любимые. Сегодня я в Санта-Крус. Гуляю по центральным уличкам. А тут где магазы. Заходила в один магаз, справилась, что мне надо. Взяла, подобрала. Супер. Я очень сложный человек. Чтобы подобрать то, что мне надо, нужно очень много времени и усилий остальных людей. Но тем не менее, я справилась с помощью неравнодушных людей, знаете, какая такса приезжала. Мама собачка, такого можно и раздавить случайно, а потом будут сетовать, что я ее раздавила. Кто-то молчит, вот меня, тут тоже могут меня кто-то и узнать. Все сбудется, я такой человек. Видите, люди уже ходят в куртках некоторые, туристы преимущественно в шортах. Кстати, тоже разделась, хожу в шортах и в футболке. Уже не выдержала, все, в кофте жарко, сумка душит. Такие дела. И все, слава богу. Девочки посмотрели, как я вроде здоровой планеты, эти дети так глянули. Тут реставрация, что-то тут здание. Испанцы всегда работают, если они не на сиесте, значит, они трудятся. Видите, они строят что-то. Они такие. У них есть два состояния. Ой, точнее три, извините. Настоящих испанцев бывает только три состояния. Находятся на сиесте, пьют вино или работают. Вот этому подтверждение. Вы сами видите, как на Тенерифе все. То там перекрыто что-то делают. Люди с баулами идут, как последний день Помпеи. Не, ну сейчас уже меньше, когда была вот эта там черная пятница. Я боялась на улицу даже выходить, не то что по магазинам. Я даже не совалась туда, в торговые центры. Это. Мне кажется, после того, как заканчивается вот эта вот черная пятница, период там неделя или две недели, и еще надо подождать одну неделю, и потом идти уже, если тебе что-то надо покупать. Появляются такие интересные вещи, ну, что-то хорошее можно найти реально именно после вот этого всего хаоса. Видно, все плохое распродается или как это работает, я не знаю. Напишите в комментариях, кто знает. В общем, реально приходишь, если тебе что-то надо, лучше идти после вот этого всего, там, после двух недель вот этой черной пятницы. Заходишь и сразу быстренько находишь, что тебе надо, причем хорошенькая, ну и цена, в принципе, адекватная, если там сравнивать, а как оно обычно. Так что вот такой советик. Ну и опять же, я не уверена, но мне так кажется уже несколько лет подряд, что я так делаю, жду наоборот, пока закончится наша лотерея рождественская. И не только шариков, гляньте, сколько. Дракошку забыли. Ой. А, сейчас пойду вам поснимаю этот, не помню, как он там называется, какого-то столетия, там что-то. Сквер, парк, короче. Посмотрите там в интернете. Амистад, что-то там. Дружбы, там, народов. Не знаю, чего там. Короче, я ночью уже снимала, тут у меня была встреча назначена недалеко. Я ночью снимала, а как-то здесь. Вот сейчас днем поснимаю вам, потому что вы уже много чего видели со мной, еще сейчас увидите. Вот, как это все выглядит. Я тут когда-то тоже снимала, конечно, но все равно поснимаю еще. Увидите. Смотрите, рыбка какая. Рыбка в банке. Знаете такую песню? Напишите в комментариях, кто знает такую песню. Рыбка в банке.
Это одна из моих любимых песен, кстати, на минуточку. Даже телевизор виден ей чуть-чуть. Это рыбка в банке. Ой, что-то холодно. Рыбка в банке. Вот каштаны жарят. Мне вот эта идея не нравится с каштанами. Может, кто их любит, нравится, они вообще не так. Эти каштаны, я холодно к ним отношусь. Ни о чем. Так, заходим. И, кстати, тогда еще было не украшено к Рождеству этот парк. Сейчас вот посмотрим. Я в прошлом году здесь елку ту снимала. Мы же исходим сейчас к ней. Что делать? Почему бы нет вам не показать красоту Санта-Круза? Так, что у нас там со временем? Вот, смотрите, какая красотень. Ну что, ну еще тут иллюминация, естественно, это все работает. Сейчас покажу вам корзинки. Вот туда пока не буду идти. Да, тут сейчас птичка может мне привет передать на кепочку. Благодарственное письмо выслать. Поэтому сильно не буду тут задерживаться. Чувствую, птичка уже так и хочет передать привет. А я не очень хочу. Смотрите, какие дружбанчики видят. Мисма типа раса. Мисма раса. Видите, пошел. Качарито, перито, качарито. И гляньте, вот эта елочка наша оригинальная. Она ночью лучше смотрится. Мне больше, по крайней мере, нравится там иллюминация. Я видела ее ночью, и что было. Этими красными цветками, драконьями. Смотрите, как она смотрится. Сейчас будем заходить с вот этим малышом вместе. Сейчас я ему конкуренцию составлю. Видите, вот малыш, я ему сейчас конкуренцию составлю. Hola. Какая конкуренция, в общем, составила. Сейчас вам покажу, еще развернусь. Это, тут везде собаки что-то пришло в то время. Вот, видите, елочка. Красота. Мальчик и соберется с листами. Памятники тут. Не знаю, там их, к какому-то хосе. По-моему. Тут я немножко не решила, что я их снимаю. Ну, потерпите, я знаю. Я сложный человек. А если туда пойти, не знаю, что там будет. Ну, давайте пойдем, что делать. Все равно гуляю. Вы же знаете, у меня все время много времени, когда я на прогулке, конечно. Когда не на прогулке, то нет времени. А вот когда на прогулке все время, все время, все внимание на прогулку. Сумка уже не душит сразу. Смотрите, доги какие красивые. Сейчас пройдем по этой улице. Я не помню, да, я тут ходила, но ну, мы еще раз пройдем. Я не помню, снимала я вам там, не снимала. Снимем, покажем, все покажем. Ну, кстати, тут и немного людей за столиками, уже все пошли. Пошли сейчас где-то 5 вечера. И не так и поздно, кстати. Сегодня церковный праздник. И, может, они чем-то другими люди заняты, я не знаю. У испанцев сегодня праздник важный. Вот то сервисово. Что ты бегаешь? Все, покажу вам, что тут. Если что-то будет. Улицу все украсили. Сейчас где-то свернуть надо направо будет, как я вам. Понимаете,
Все время хочется к океану тянуть. Океана мне мало. Салазки, где работают? Вот и поворот. Вот новый поворот. Что-то сегодня тематика какая-то странная. С новым поворотом, с рыбкой в банке. Кайя де Сан Висенте, РФ. Ну, пойдем сюда, что дело. Гляньте, какая хорошая уличка. Смотрите. Покажу тут здание, какой-то респект балкон. Даже два. Цветочка, ну сколько цветочков. Это сложно. Поддерживать цветочки. Я теперь знала то, что меня поддерживаются на балконе. Уже на протяжении не знаю скольки. Ну, с прошлого Нового года я занялась. Я, правда, семена бросила в землю прошлый Новый год. Там чуть-чуть за пару дней до Нового года я закинула семена. Вот уже спустя год я до сих пор занимаюсь цветами. Ну как, они растут, цветут и пахнут, и меня радуют. И остальных людей, кто может их видеть. Поэтому так, пойду, как настоящий турист посреди улицы. Не знаю, испанцы меня за это не очень любят, наверное. Что я там делаю посреди улицы? Так, где я есть вообще? Мадре Мия. Где-то в Санта-Крузе, короче. Надо понять, чтобы быстро как-то добраться к стороне океана. А, все, я поняла, где сейчас я выйду, наверное. Все, я поняла, я тут сейчас пойду. Все, похоже, я выйду там из Дина супермаркета, где фонтаны. И деревянные скульптуры, наверное, там. Но это не точно. Сейчас проверим. Не так часто бываю в Санта-Крус, но... Ну, именно, чтобы там по всем районам шариться. Но что-то позапоминала уже. Так. Вот у коляски. Вспомнила это место. Моторы лодочные продаются там. Так, тут футболисты мелкие. Ой. Ветер, мадре мия, я чуть ошиблась, по-моему. Но тут какой-то даже на крыше дома катается. Смотрите, тут какой фонтан. Для голубей. Голубиный фонтан. Внезапно. Поснимаю, смотрите. Красота. Эдифисия Ла Марина. Понятно? Вот моя эдифисия, мое здание. Пришла к этому скейт-парку. Да, я сегодня без сюрборда. Надо будет приехать с борда. Может, завтра. Или послезавтра, или еще когда-нибудь. Короче, я совсем рядом. Тут так ветрено. Тут надо кофту одевать. Мадре мия. Все, вот я вышла уже к набережной. Тогда буду завершать на данный момент. На эдифисия Марина. В общем, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, если я заслужила. Пишите комментарии. Обязательно. Очень настоятельно рекомендую для обратной связи. Всех люблю, ценю, уважаю. Вы сами это понимаете, знаете. Кто знает, тот поймет. Un beso, un abrazo. Y hasta la próxima.